В Москве задержаны около 20 жителей Чеченской республики, которые собирались отправиться воевать на стороне Исламского государства. Об этом сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, они находились в квартире, которую вербовщики использовали как перевалочную базу для переправки молодых людей на Ближний Восток. Сейчас все они уже в Чечне. Рамзан Кадыров провел с ними продолжительную беседу. По нашим данным, из той же квартиры в Москве, в которой были и вы, уже успели уехать две группы молодых людей в Сирию. Может, вы лучше займетесь благополучием ваших родителей, братьев и сестер, своих семей? Кто вас просит ехать туда? Мы здесь днем и ночью занимаемся тем, чтобы туда не уезжали. А такие, как вы, умудряются говорить, что вот, дескать, мы здесь мешаем власти. Клянусь Богом, да кому вы здесь мешаете? Наоборот, будет жалко, если вы там погибнете ни за что. По словам Кадырова, за каждой террористической группировкой в Сирии и Ираке стоят западные страны, а воюют боевики не ради ислама и не ради мусульман.